бабушка зажигала печку, сказала, отлетела головка от спички, упала, она не увидела куда, но когда уже увидела, пошел огонь, и загорелось кресло, стала тушить подушечкой, говорит, но уже было поздно. Пожарная пришлось ехать. Ну, пожарная мы вызвали сразу, пожарная была через 10 минут. Сообщение о пожаре по адресу Металлургов 16 в жилом доме. По прибытию было установлено, что горит и происходит открытое горение внутри дома и крыши. После проведения разведки было подано ствола Б на защиту рядом стоящего сооружения и на тушение пожара. При проведении разведки пострадавших внутри дома не было. А врачи смотрели? Были доктора. Ну, все нормально. Она отказалась, сказала, не надо. А сейчас давайте вот сюда, в дерево, куда идем, делаем. В больницу не хочет ехать, да? Да не, сейчас. Она вообще в скорую. Сейчас, может, найдем он какие-то записи. Папа, а ну подержи, придержи еще. А я сейчас... Ну там тоже не хочет. Не, давайте он ее с скамейку вынесем с кем-нибудь. Да лучше туда завести, зачем выносить? Она упирается еще. А? Это ваша. Вот.